хочу показать, что мы сегодня готовили днем. Это вот окрошку мы делали, его целое ведро. Вот такое вот. Ребята уже поели хорошо. Тут вот еще осталось. Мы все перетираем на терке. И вот оно получается вот такая вот масса. Вот такая вот окрошка. Вот они утром мы сделали, и вот сейчас уже день. И вот они уже больше пол ведра съели. Очень вкусная, сказали, была. Хотим вам еще раз показать, какие у нас котятки выросли. Это вот кто, Света, это у нас? Девочка. Это девочка. Это вот у нас остальные мальчики. Ты зачем простынь кусаешь? Там тоже мальчик. Ой, а там в темноте в коробку тоже мальчик залез. Видите, как бегают, скачут, интересно. Залазят в портфель. Да, они в портфель залазят, со Светкой в санаторий собираются. У нас Света собирается в санаторий. Вот такой вот она. О, тут Маринка глажу полезет. Вот такой вот она чемодан свой собирает на колесиках. Тут ручка выдвигается. И вот так вот у нас котятки скачут. Света, смотри, чтоб Марина не упала. Кстати, хочет играть и боится. Видите, такой сладкий. Такие вот сладкие у нас и котятки. Эти сладенькие. Эти там серенький выскочил. А тут вот лезет. Ой. Арчи. Тут вот котеночек сладкий высыл. И здесь вот сладкий. Вот такой вот, смотрите, сладкий. Какие они маленькие. Маленькие-маленькие. Роды у вас принимали, ребятки. Когда кошка у нас рожала, нас принимала роды Света и я. Маша немножко помогала, и Катя нам помогала. Этот котенок в наглую лезет у меня на фотоаппарате брать шнурок. Вот такие вот они у нас шляткие. Этот одно, что по мне лезет. Там вот из коробки вылазит беленький котенок. Опа! Прям на брата упал. А тут вот так вот лезет ко мне котенок. Видите, вот такой вот он, шкодный. Наш котеночек шкодненький. И тут котеночек выскочил. Высыл. Погулять, да, высыл? Ты погулять, высыл маленький такой. Там вот смотрите, как интересно котенок сидит. Там он еще один братик вылазит. Вот так вот они играют. Вот так. Вот как он вытягивается. А этот он с моими тут пальчиками играет. Ой-ти-ой-ти-ой-ти. Еще один в коробку полез, но его плохо видно из-за того, что он темный. А этот не дает ему. Этот бегает. А этот на меня тут лезет драться. Смотри, как котенок бегает, играет. Ай, как бегает. Вот так вот. Вот такие вот они у нас шалунишки уже играют. Бегают, играют уже они у нас. Вот такие вот, скажи, мы красивые, да? Вот такие вот мы красивые. Вот это у нас мальчик. Такой красавец. А я вот все хотела показать темненький. Смотрите, вот темненький, да? А смотрите, какой живот, как тигринного окраса. Видите, тигринный окрас у него такой красивый. Смесь британской кошки и наполовину британцы. Видите, разноцветные получились котята. То, что папа был наполовину британец. Вот такие вот сладкие котята. И двое там в коробке лазят. Они раньше в коробке у нас спали, а сейчас они из коробки сами могут залазить, вылазить. Как хотят, так и бегают, играют. Вот так вот спрятался там котеночек. Это не у нас на Машкиной кухне. Ай, задушище, Арчи, ты что делаешь-то? Ну вот, на этом будем заканчивать. Вот такие котятки наши сладкие. Хочу показать, что приготовили на ужин. Это овощи с курицей. Вот такие вот тушеные. Это я себе приготовила, так как у меня сейчас с желудком проблемы немножко. И поэтому я только ем овощи. Ну, сегодня вот сделала с курицей, а так я всегда ем без курицы. Тут у меня и цветная капуста, и итальянская смесь, и еще какая-то, короче, разные овощи замороженные вот в одном месте все сделано. Очень вкусно. Соли чуть-чуть ложу, совсем чуть-чуть.
и больше ничего. Чуть-чуть водички и тушу все это на медленном огне. Очень вкусно получается.